Если вы хотите удобно, быстро, комфортно готовить, чтобы вся еда получалась максимально вкусной, вам такой набор обязательно пригодится. Раньше цена была 10 тысяч рублей, а в обычных магазинах еще выше. Но сегодня, благодаря особым условиям поставки, мы добились цены 4990 рублей за целый набор. Итак, что же у нас в наборе вы получаете? Сковорода 20 сантиметров, 24, 28 сантиметров. Также вы получаете сотейник 24 сантиметра, ковш 16 сантиметров, кастрюля двухлитровая и две крышки от бренда Pyrex. Вот одна такая крышка, кстати, в обычных магазинах стоит от 1000 рублей и выше. А вы получаете весь набор за 4990 рублей. 5000 выгода прямо сейчас, лот 24-441. Чем же замечателен этот набор, я спрошу у тебя, но прежде я хочу сказать, что я купила себе этот набор, я очень довольна. Раньше у меня картошка получалась, знаешь, такая полужареная, мясо полутушеное, но с этими сковородками я забыла просто о этих заботах, об этих проблемах. Все идеально зажарено, вот благодаря чему? Это не просто набор посуды. Я хочу сразу сказать, что вот все, что есть, это практически универсальное, все, что должно быть на вот кухне. Вот у нас наш набор, все. Посмотрите. Да, все, что есть, это все, что должно быть на вашей кухне. Это отличный вариант. Опять-таки, мы снова бренд Орсон. Бренд Орсон, расположенный в Швейцарии, в Лозанне, который о нас позаботился по полной схеме, прямо я тебе так скажу. Здесь и маленькая сковородочка, на которой удивительно удобно готовить мелочи. Или, допустим, сделать завтрак, да? Да, это для 20 разгона. Сантиметров, вот она сковорода. Вот она, 20 сантиметров. Я сейчас накидаю туда бекончик. Вторая 24 и 26. 24 и 26. Плюс к этому мы получаем отличные две крышки французского уже бренда Pyrex, которая не просто так, а это изобретено было в конце прошлого века. То есть уже более 100 лет. Это супер стекло, которое раньше применялось в промышленных оборудовании, но в определенный момент изобретатель решил, что это то, что нужно для посуды, и он не прогадал. Французский бренд Pyrex представляет нам крышки, швейцарский бренд Orson предлагает нам всю остальную посуду с уникальным покрытием. Все вместе. И это еще не все, что мы можем рассказать вам про эту посуду. Потому что здесь поработал отличный дизайнер. Давайте мы его увидим, этого дизайнера Пино Спаньоло. Посмотрите на этого мужчину, умудренного опытом. Этот итальянский мужчина создал вот такую замечательную посуду. Видите, мы видим надпись «Сделано в Италии», «Made in Italy», Спаньоло. Замечательное покрытие и лак Ultimate, швейцарское покрытие, благодаря которому вы будете готовить намного проще, быстрее. Надежный. Где вы видели, чтобы абсолютно все в посуде было покрыто вот этим вот невероятным покрытием? И лак. И лак Ultimate. Да, это покрытие, которое на самом деле чудесное, необыкновенно новаторское покрытие. Бренд Orson славится своими качественной посудой, но в данном случае это еще и покрытие. И лак Ultimate. Шикарное покрытие, которое не содержит никакие вредные вещества, ни свинец, ни кислоту, ни кадмий, высокая экологичность при производстве и низкий уровень выброса углекислого газа. Все вместе, уникальное покрытие. Но я вам покажу сейчас чуть позже один эксперимент. Плюс ко всему, здесь у нас антипригарное покрытие и лак Ultimate, базовое покрытие с минеральными частицами, слой из керамической крошки. И далее идет литой алюминий. Все вместе создает уникальную поверхность, которая идеально гладкая для готовки чего угодно. Я вообще при готовке на ней я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Почему? Потому что любого повара, любую домохозяйку, любого, кто дома даже просто раз в неделю готовит, бесит некачественная посуда. В данном случае вся линейка Итала, вся линейка Итала бренда Orson, это Итала, все вместе создает нам
не просто качественную, не просто красивую, не просто безопасную, а посуду, которая готовит вкусно, которая готовит необыкновенно быстро. Швейцарское покрытие, безопасное, Лак Ультимейт, вот знаешь, именно поэтому я взяла эту посуду к себе домой, потому что у меня маленький ребенок, да, у меня взрослые родители. Мне важно, чтобы моя пища была вкусной, мне важно, чтобы моя семья питалась правильно. Знаешь, на старых сковородках вот эти царапины, из них же все выходит в нашу пищу. И есть это небезопасно. Поэтому старые сковородки я свои все просто удалила. Даже не на дачу везла. Я их просто выбросила. Гнутые, поцарапанные сковородки. Я программу смотрела о том, вот как вот это все влияет на нашу еду. Вот представляете, любая царапина – это потенциальная опасность для здоровья вас и ваших детей. И неужели вы не заслуживаете лучшей посуды? Вы же готовите каждый день. Вот этот набор, он совершенно уникальный. Я для себя, еще раз повторяю, взяла, я просто в восторге. Потому что здесь есть все, что необходимо. У меня свекровь, когда я его увидела, мы сначала думали его поделить. То есть я думала взять себе там пару сковородок, например, и сотейник. Потом я свекровь показала, говорит, ой, она говорит, ну, наверное, третья сковорода-то тоже нужна, вот они же разного объема. А кастрюля-то нам тоже с антипригарным покрытием понадобится, чтобы делать какие-то там сразу блюда, например, плов. А как крышечки делить, да? А крышки как отдать, вот такие от бренда Pirex, тут 2, 24, 26 сантиметров. И мы решили забрать весь набор. Кстати, ты знаешь, обратила внимание. Невозможно с чем-то расстаться здесь. Так одни крышки стоят больше 1000 каждая. То здесь получается, что у нас соединились несколько брендов. Вот швейцарский бренд Orson. Опять же, крышки изготовил бренд Pyrex. Италия! На территории Италии стоит завод, в котором изготовили эту посуду. То есть это изготовлено в Италии, представляете? И вот такой потрясающий симбиоз трех великих держав создал вот такую шикарную посуду. А на каждой кастрюле, на каждой крышке будет вот такая вот упаковка, на которой вы получите максимальное количество информации. Давайте рассматривать. Линейка Итало, итальянский дизайн Пино Спаньола. Далее, экологически чистые, антипригарная покрытие. Швейцарское и Лак Ультимейт безопасно для вас и ваших детей. Тестирование в европейских странах. То есть подходит для того, чтобы продаваться на территории. Бренд Orson получил несколько наград за то, насколько они экологичны. Я добавлю несколько моментов. Их даже просто взять в руки за ручку приятно. Софт-тач покрытие везде, на всей посуде. Сами по себе. Они еще и необыкновенно удобны. Обратите внимание на отверстие в ручке, за которое можно его подвесить. И оно будет висеть как украшение у вас на кухне. И будет всем видно, что вы обладатель качественной посуды. Они достаточно основательные, достаточно тяжелые, но при этом можно держать в руке достаточно удобно. А если мы хотим подарить сейчас такой набор, давай уточним, для каких типов плит подходит эта посуда? О, она подходит для любого типа плит. То есть вообще нет никаких ограничений? Вообще никаких ограничений нет. Качественная швейцарская посуда, бренд Italy. И я еще один момент хочу сказать тебе, конечно же. Вся линейка посуды будет роскошно смотреться у вас на кухне. Вся линейка при всей ее красоте, это еще и необыкновенно профессиональная посуда, которую любой шеф-повар у себя на кухне с удовольствием примет, поставит и будет ее там эксплуатировать. Удобно и практично. Кстати, хочу заметить, вот это, кстати, наша кастрюля, посмотрите, какая очаровательная. Мне можно сразу обжаривать. А я вот переворачиваю кверху дно, и вы скажете, что это такое? А это наш магнит. Для чего я это делаю? Для того, чтобы продемонстрировать, что да, подходит для любого типа плит, в том числе и индукции. Поэтому вы смело можете приобретать такую посуду, например, в подарок, зная, что она обязательно подойдет тем, кому вы ее подарите. Удобно и практично. Вот такое вот дно, оно у всех предметов, которые есть в комплекте. Ну, скажете, а какие же предметы в комплекте? А давайте мы с вами разберемся и все внимательно рассмотрим. Пожалуйста, вы получаете 3 сковороды различного диаметра. 20, 24 и 28 сантиметров. Вы получаете ковш диаметром 16 сантиметров. Посмотрите. Также вы получаете кастрюлю 2-литровую. Пожалуйста, вот она. Удобная и практичная. Посмотрите, какая красота. И вы получаете вот такую сковороду-сотейник для того, чтобы готовить не просто жареные блюда, а потом добавлять туда какой-нибудь соус. У нас получались бы соусные блюда. Но это еще не все. 2 крышки бренда Pyrex.
24-26 сантиметров. Наши крышки подходят к нашим и сковородкам, и к нашей кастрюле, поэтому вот так вот эти две крышки легко перемещать на разные виды наших сковородок и нашей посуды. Поэтому, если вам нравится, если вы хотите получить прямо сейчас 5000 рублей выгоду, звоните прямо сейчас и заказывайте. Обновите свою кухню. Ну, выбросите вы старые, ваши уже измученные кастрюли и сковородки. Которые вы достойны самого лучшего. Которые могут наносить вред вашему здоровью. Если у вас просто даже, если у вас поцарапанная сковородка, то выбрасывайте ее. Подожди одну секунду. Смотри, я соскользнула у меня так. Яичница. Я беру сковородочку, протираю ее. Раз. А собрал. Что, ты покажешь мне надо? Конечно, я покажу и тебе, и зрителям. Это я один раз собрал. Оп. Блестит. Слушай, так здорово. То есть убрал. Получается... Это 2 секунды работы. Сейчас я второй окончательно заполирую ее. Одной салфеткой я собрал. Так, но пока ты полируешь, я напомню, вот у вас есть удобный набор, комфортный, которым, знаете, все жарится как нужно. Не париться, а именно жарить. Но осталось чуть-чуть сполоснуть, почему бы и нет. Но как ухаживать тогда за этой посудой, если мы об этом заговорили? Можно протереть? Конечно. А мыть можно? Ее, конечно же, можно мыть и где угодно. Давай мы прям вот протестируем ее опять. Берем, у меня тут где-то есть, вот он. Что у тебя есть? О, у меня есть волшебный полиэтиленовый пакетик. И сейчас я тебе покажу этот замечательный момент. Так, ты хочешь сейчас нагреть сковороду? Я нагрею сковороду. Так, а потом так, мы если будем... бы я готовил хороший мясной стейк, да, размером с мужскую ладонь. Ну, давай, пока у нас сковорода нагревается, у нас же прямой эфир, я расскажу вам про замечательные свойства этой посуды. Вот почему я купила ее себе. Вот потому что, во-первых, красивый дизайн, линейка Made in Italy. Здесь покрытие швейцарское и лак Ultimate, благодаря которому вы готовите безопасно. Это покрытие не содержит свинец, кислоту, кадмий, как в обычных сковородках. Низкий уровень выброса углекислого газа, опять же, для безопасности. Экологичность на самом высоком уровне. Но это еще не все. Вы, если жарите мясо, то вы жарите мясо. Если вы жарите рыбу, то часть рыбы не остается приклеенной к сковороде, а все идеально прожаривается. Внутри все максимально сочное. Три слоя здесь три есть. Три слоя и лак Ultimate. Все вместе создает нам идеальную, профессиональную посуду. И слой и лак Ultimate. Антипригарная. Следующий слой из керамической крошки. И базовое антипригарное покрытие с минеральными частицами. Все вместе. Это уникальная, только для нас, разработка замечательного бренда Orson. Это швейцарский бренд, расположенный в Лозанне. Бренд, который настаивает на том, что вся посуда должна быть удобно, проста, чтобы любой мог с ней работать. Качественно и экологично. И она должна быть здоровой. И любая пища, которую вы готовите на этой посуде. А сделана в Италии. Представьте, у вас есть сковородка, сделанная в Италии, а кастрюля сделана в Италии. А сегодня за совершенно минимальную сумму, за 4990 рублей, вы получаете целый комплект, целый набор. Давайте я вам еще раз покажу. У нас с вами в наборе, получается, пойдемте покажу. Раз, два, три, четыре. 4, 5, 6, 7, 8 предметов. Еще включены в, эти, в этот набор две крышки от бренда Pyrex. Одна крышка стоит 1000 рублей. А у нас здесь, кроме крышек, есть и три сковороды. У нас есть сотейник, у нас есть ковш, у нас есть с вами кастрюля. Ты знаешь, вот за этот ковш, когда мы хотели распаровать набор, мы с Николаем просто дрались. Он говорит, мне нужен ковш для того, чтобы варить своему ребенку с утра кашу вкуснейшую. За счет этого покрытия все максимально время удобно. Время эксперимента. Так, что время делаем? Жарить целлофан. Давай посмотрим, раскаленная бреда. Оп. Так. А зачем мы жарим целлофан? Мы жарим целлофан, чтобы показать, насколько на самом деле шикарен данное покрытие. Так, давай я уберу вот эту. Ultimate. Да, убери. Так. Оп, вот так перевернем. А что, зачем? Если я начну жарить на своей сковороде целлофан, то я больше не смогу ничего пожарить это на этой сковороде. Это тебе показывает самую простую вещь. Что бы ты ни готовила на этой сковороде, как бы сильно ты ее не зажарила на этой сковороде, все это не прилипает к сковороде. То есть ты хочешь сказать, что все, мы что сейчас... угодно. Ты захочешь, и ты, давай, допустим, сделаешь здесь карамель. И все это никак не отразится на твоей посуде. Это и лак Ultimate.
Все вместе. Это качество Швейцарии. Это, обрати внимание, вот он у меня пакетик, да? Я его и так, и сяк. Вот он лежит. Подплавился, подрумянился, красивой корочкой покрылся, но тем не менее, все еще не прилип. Если мне его к обеду не подашь? Нет, конечно. То есть это у нас эксперимент такой. Дома не повторяйте ни в коем случае, потому что ваша посуда, обычная посуда, она выйдет из строя. А здесь специальное покрытие и лак Ultimate, швейцарское покрытие. Благодаря этому даже пакеты не прилипают. И ничего из вашей еды не будет приставать. Там не нужно больше отмачивать, замачивать нашу посуду, чтобы просто ее отмыть. Сделано в Италии. Дизайн итальянский Пиноспаньола. И лак Ultimate. Безопасное качество для вас от швейцарского бренда Orson. Крышки французские от бренда Pyrex. Легендарный бренд. Больше 100 лет знаменитый. Вот крышки. Одна крышка стоит больше 1000 рублей. Представляете, сколько будет стоить вот такая сковорода. Вот с таким покрытием. Подходящая под любой тип плит. Ну, конечно же, гораздо больше, чем наш набор. Вот я хочу попросить все-таки наших помощников, мы на прямой связи с колл-центром, разделить вот эту сумму на 8. Сколько у нас получится цена одной сковороды, вот, например, тяжелой, красивой, удобной, практичной. Представляете? И цена действует 623 рубля. Девочки, мальчики, за такую, за такие вещи 623 рубля. Вот я когда купила, я говорю, я сразу, мне захотелось чаще готовить, мне захотелось чаще жарить, потому что это что-то невообразимое. Знаете, как мои сковороды выглядели после того, как я их наконец отпустила? Но они были более лучшим чуть-чуть видеть, чем здесь. Вот это уже совсем запущенный вариант, это вот прям сразу на мусорку. Ты называешь это запущенным, а я многократно видел у людей на кухнях такие сковороды. Но это же опасно. То ли лень их выбросить, то ли им нравится мучиться во время готовки. Она выглядит отвратительно, и она вредна для вашего здоровья. Хороший, качественный швейцарский бренд сегодня предлагает вам заменить посуду на вашей кухне. Вот эту страшную, поцарапанную, вредную для вас посуду заменить на качественный швейцарский бренд. Вот я хочу сейчас взять две сковороды и просто их сравнить. Вот давайте посмотрим, на какой сковороде будет лучше готовить, какую сковороду приятнее держать в руке. Вот посмотрите здесь, вот эти вот тонкие сковородки, которые я называю, просто... Одноразовые. Одноразовые. Либо вот здесь вот такое невероятное дно. Посмотрите, она основательная, она внушительная. Посмотрите, какая сковорода. Вы будете готовить одно удовольствие. Она достаточно тяжелая. То есть это тот самый принцип, когда мы готовим, как вот на раньше сковороды. Были такие чугунные. Она трехслойная. А здесь это фантастика. Трехслойная? Что нам дают эти слои трехслойные? Эти слои нам дают то, что мы можем абсолютно спокойно... Да можно ее убрать? Выброси ее немедленно. Меня пугает, если честно. Бывает, что сталкиваешься с некачественной посудой, но это еще и вредная посуда. Трехслойное покрытие и лак Ultimate. Все вместе дает вам спокойствие. А на самом деле, да, это его швейцарский бренд, конечно же. Это все вместе. Я тебе больше того скажу. Когда человек готовит на некачественной посуде, он еще и готовит хуже. Не только потому, что она сама по себе плохая, но потому что у него настроение никакое. Из-за того, что у него все подгорает, все прилипает, он мучается, страдает. Не с этим моментом только. Главное, это качество, швейцарское качество от бренда, который настаивает на простоте, на красоте, на том, что это долговечная посуда, которая не несет никакого вреда вашему здоровью, не содержит ни свинца, никаких кислот, никакого кадмия. Все вместе. И не могу не отметить, что в конце концов, даже просто повешенная у вас на кухне, она будет еще и кроме готовки качественной, создавать вам понятный любой домохозяйке интерьер дорогой кухни. Соглашусь с тобой абсолютно. Я говорю, я взяла для себя. Кстати, удобно складываются наши сковородки друг в друга, удобно хранить. Я это тоже уже прочувствовала. Цена раньше была от 10 тысяч рублей и выше. Но сейчас, благодаря тому, что мы напрямую договорились с производителем, с поставщиком, для телеканала «Дисконт» создан вот такой уникальный набор. Вот такой универсальный набор, которого нигде больше просто нет.
Цена сегодня выгоднее на 5000 рублей. То есть на выгоду мы берем еще один набор для того, чтобы можно было его подарить. Максимальная выгода сегодня. Я вот не знаю, успеет мне дать коробку. Я попрошу своих помощников, чтобы я могла показать дизайн для подарка. Очень удобно. Лот 24-441. Вы получаете три сковороды 20-24-28 сантиметров. Вы получаете сотейник. Вы получаете ковш. Вы получаете кастрюлю. И две крышки в комплекте от бренда Pyrex. Кстати, одна крышка стоит от 1000 рублей и выше. Бренд Orson, знаменитый бренд. Великолепное покрытие, благодаря которому вы можете смело жарить любые вещи. Кастрюли вы можете сначала зажарить, а потом долить, например, бульон, еще и дотомить все. А что ты сейчас приготовил? Я сделал бургеры. И буквально вот пока ты просто рассказывала, чуть-чуть, да? Уже все готово. Все готово. Это быстро готовящая посуда. Сколько времени мы можем сэкономить? Просто на том, что мы... Оп, чего ты боишься? Не бойся, все хорошо. Оп, все, выбросил. Фантастика. Слушай, протерли. А как ухаживать за этой посудой? Ну, конечно же, ухаживать за ней нужно не только протирая ее просто бумагой. Это прямо очень сложная технология. Помойте ее мыльной водой. Ага, все, то есть обычно просто губкой можно обычно мыть? Обычной губочкой мы ее моем, и все, получаем чистую снова посуду, безо всяких следов прижаривания или пригаривания. Вы знаешь, для меня еще сейчас очень важно привести свою в порядок фигуру по клету. И здесь вот я смотрю, ты совсем небольшое количество масла кладешь, либо вообще не кладешь. Или вообще не кладу, или мало кладу. За счет Это чего? Антипригарное покрытие, которое позволяет нам сохранять свое здоровье, как оно есть. Ну и, конечно же, я не могу не упомянуть о том, что в тот момент, когда ты любишь себя, любишь своих любимых и дорогих, все это время ты готовишь им на качественной посуде, абсолютно безопасной, швейцарского бренда, расположенного в Лозанне, бренда Orson, который нам продемонстрировал сегодня столько чудес, да? Вплоть до того, что настолько качественное покрытие, что на нем можно целлофан обжарить. Вы знаете, чуть больше 600 рублей за один предмет. Вот такая минимальная цена действует для вас в нашем прямом эфире. Здесь вы получаете целый набор, который будет необходим на любой кухне. Вы получаете три сковороды 20, 24 и 28 сантиметров. Вы получаете, вот, пожалуйста, вот у нас раз, два, три сковороды 20, 24 и 28 сантиметров. Сотейник 16 сантиметров диаметра. Вот он какой красивый и стильный. Вы получаете кастрюлю и вы получаете две крышки от бренда Pyrex. Глеб, что ты готовишь? Я в данный момент начал делать пасту карбонара. Несколько секунд буквально. Несколько секунд. И все, что нужно, у меня есть здесь и сейчас. Ух, как быстро, как удобно. Вот за несколько минут нашей презентации ты приготовил уже яичницу, налил мне борщ, приготовил вкусные бургеры с мясными котлетами. Кстати, какая красота! Ведь вы можете дома это делать каждый день, когда захотите. Главное, чтобы было удобно, комфортно жарить. Доставка в любой регион России у нас есть. Либо швейцарский бренд Orson. И прекрасные, прекрасные крышки, которые подходят ко всему набору французского бренда Pyrex. И все это отличная линейка Italy. Отличного брендированного дизайнера, который я вот, он даже есть его фотография. Да, удобно и практично. Да, вот этот итальянский дизайнер, вот это покрытие, информация об этом линейка Italy. И все это для вас сегодня с максимальной выгодой.